Подъехали к речке, немножечко покушали, настроение на плюс, погодка прекрасная, лето, жара. Сейчас поедем в охотугодье. Друзья, я категорически приветствую вас сегодня с благодатной саратовской земли, Пугачевский район. Я в новых для себя охотничьих угодьях, охотник и рыболов, нас встретил Анатолий, хозяин угодий, и сейчас мы находимся на базе, оплот, как говорится, охотничьего угодья. Охотчий угодья для меня новый, и охота, которая сегодня будет у нас производиться, тоже для меня новая. Называется она охота на пятнистого оленя на понтах. Хозяйство специализируется на этом виде животного ресурса. Здесь около тысячи, даже более тысячи, да, Анатолий, голов именно дикого оленя. Он несколько лет назад выпущен и прекрасно чувствует себя в этих угодьях. Я вам мельком сейчас покажу базу. База со всеми удобствами. Есть несколько жилых домов. Как комнаты, так и отдельный большой дом. Есть беседка. Ну, сами видите, сейчас еще немножко облагораживается. Здесь будет газончик. Как вы видите, все немножечко по-свойски. Есть посадки. Там в глубине есть озеро. Здесь всегда тенечек. Всегда приятно, уютно. Давайте пройдемся. Пойдемте ознакомимся с внутренним убранством. Это большой дом, здесь огромное помещение на большую команду. Здесь можно разместиться 10 человек, 15 человек. Пройдемте посмотрим. Как вы видите, отличный интерьер охотничьего дома со всеми сопутствующими аксессуарами и антуражем. Здесь же присутствует кухня. Вас прекрасно, вкусно накормят. Смотрите, какая мебель эксклюзивная. Это изготовил местный умелец, его труды. Как я уже говорил, коллектив можно довольно-таки большой сюда поселить. На втором этаже тоже большое количество номеров. Также в прекрасном деревенском стиле мы заходим и получаем хай-тек номера. Очень удобные. Есть номера на двоих. Если приедете с семьей, есть двуспальные номера. Естественно, все как всегда, со всеми удобствами. Есть чем себя занять. Бильярдная комната. Все довольно-таки антуражненько, приятненько глазу. И очень по-родному. В общем-то, такой вот дом. А сейчас давайте, наверное, к самому интересному перейдем. Поедем в угодья. Он сам убежал. Стоит.
хороший вечер. Жара сегодня стояла неимоверная, поэтому походу попозже буду выходить. Походу придется убирать дневной прицел, доставать тепловизор. Будем по-другому, значит, охотиться, если не сняли с дневным. Поднимется, тогда можно стрелять. Вот справа пошел, видишь, тоже хороший. Ну, не совсем большой, нет. Вот левый, видишь, сейчас большой. Видишь? Посередине. Мне только обозначь, которую ты стрелять будешь, чтобы я понимал, за которым следить. Они, видишь, пока встали все. Давай попробуй не подходить. Ветер-то нормальный. Сейчас контролил. Все не встает. Так, это все маленькие. Маленькие. Так, это встал. Маленький. Смотри, ты должен позвоночник был попасть. И стой, смотри здесь. Как бы это. Вот прям стой здесь, понял? И смотри, я сюда подъеду на машине, и отсюда пойдем искать фонарик. Место то зафиксируй. Все, да, зафиксируй. Все, на этом месте. Сделали выстрел, рогач упал. Сейчас идем смотреть. Ай, красавчик. Вот это экземпляр. Смотри, какой отличный. Попадание. Зацелился. Первый мой олень. Впечатление вообще огонь. Дистанция 150 метров. Подошли с Анатолием. Указал, какого именно можно добывать. Один выстрел, один зверь. Как я люблю. Вообще просто, смотрите, какой красавчик. Извини, дружок. Как там положено, да, вот так вот? Прости. Но ты нам был нужен. Вот это вообще огонь. И в который раз отработал мой аркончик, мой прицельчик.
Очень хотелось сегодня снять, вернее добыть этого оленя днем, дневным прицелом. Мы подходили уже и так, и сяк, но, блин, либо было очень далеко, либо они... Ну, вообще сегодня, кстати, очень поздно начали выходить они, потому что очень жарко. Зверь, видимо, ждал, пока спустится прохлада. И вот сейчас сколько время? Время уже у нас 11 час, и вот они потихоньку отовсюду начали выходить. Ну, в общем, что сказать, впечатление просто огонь. Анатолий, огромное спасибо. С полем нас, как говорится. Приезжайте. Все. Всех приглашаю тоже на эту охоту к Анатолию. Будет рад всех встретить. Ну, а мы занимаемся дальнейшими делами. Зверя теперь надо доставить до базы, переработать, транспортировать. Я сейчас... Вечереет, мы переместились в лес, хотим аккуратненько проехать в воспроизводственной зоне. Здесь его не трогают, не беспокоят. Здесь самки спокойно рожают, кормятся. Вот, пожалуйста, кормежечка вот недавно только привезли. Вкусняшечки. В эти сейчас не насыпают, это зимой используется. Вот, пожалуйста, разные солонцы, лизунцы от гельминтов. Витамины для укрепления рогов, костей. Разные виды. Ну так что, как вы видите, зверь здесь кормит хорошо. Ему здесь вольготно, он здесь размножается. Как я уже сказал, несколько лет они живут в дикой природе. Распрекрасненько, распокойненько. Чем еще интересно данное охотхозяйство? Здесь есть 4 огромных вольера. Эти вольеры нужны для того, чтобы воспроизводить потомство. Они ни в коем случае не для охоты. Здесь происходит как селекция, выращивание животных, ну, для последующего выпуска в дикую среду. Ну и, грубо говоря, хозяйство еще занимается реализацией молодого поголовья животных в другие охотхозяйства. Огромнейшее количество. Животных мы видим в вольерах. И, естественно, ежегодно выпускаются. Самые взрослые самцы, как сказал Анатолий, где-то 8-9-летние у него. От них уже есть потомство. В этом году они будут выпущены в дикую природу тоже, дабы там, на дикой природе, тоже разбавить кровушку. Вот сколько, смотрите. Мне вот интересно, зоозащитники все время слюной брызжут насчет того, что вы убиваете животных и так далее. Но вот если бы не было этого охотхозяйства, откуда бы здесь, в саратовской глубинке, было бы тысячами оленя? Откуда бы здесь было, если бы не охотничье хозяйство, если бы не энтузиазм человека?
Государство этим не занимается, это никому не нужно. Этим занимается только частный бизнес. Да, естественно, идет изъятие определенного количества. Но представьте, какое количество выпущено в дикую природу. Вот тут должны сейчас быть хорошие образцы. Вон всякие молоденькие, и взрослые, двухлеточки, трехлеточки. Вон мамка с малышом, оленуха. Вот взрослые дядьки пасутся поотдали. А вот смотрите, какой красавчик. Вот это клуб серьезных мужчин у нас уже тут. Судя по размеру рога. Ребят, в конце видео хочу поделиться своими впечатлениями о данном охотхозяйстве, о данном виде охоты и подвести итоги. Итак, охота на оленя на понтах, что же это такое? В России она осуществляется в летний месяц, в тот момент, когда рога оленя еще не окостенели, а являются, по сути, понтами. Конкретно в Саратовской области данная охота проводится с 1 июня по 15 июля. Чем она отличается от других видов охоты? Да по сути ничем. Так же, как и охота на кабана, на лося, на косулю. Все те же самые признаки. Мы ездили по полям, посещали пшеницу, ячмень, заезжали на подсолнух и так далее и тому подобное. Пересекали асфальт через населенные пункты. То есть мы искали оленя в разных локациях, потому что нам нужен был конкретный рогач, конкретный трофей. Зверь точно так же, как любой другой дикий, выходит из леса, осматривается, осторожничает. Смотрит, безопасно ли ему передвигаться. И только после того, как он все это проверил, он выходит на питание, начинает кушать, и только в этот момент теряет бдительность. Несмотря на то, что малыши, либо одна-двухгодовалые олени уже непосредственно родились в дикой природе, являются 100% диким зверем, те трофеи, на которых мы охотились, а это взрослые самцы, 6 лет, 7 лет, они, конечно же, когда-то жили в вольере. Но они выпущены несколько лет назад, и, по сути, это конкретно изменило их отношение, скажем так, к восприятию человека и окружающей природы. По факту это дикий зверь. Соответственно, и вид охоты на этого зверя может быть разным. Вы можете сидеть на вышке, вы можете встать на тропе, либо, как мы, можете подойти. Охота с подхода для меня является наиболее интересной и наиболее приемлемой. В любом случае, если вы желаете добыть свой трофей, вы можете приехать в это охотхозяйство, выбрать необходимый трофей, выбрать необходимый способ охоты, вам пойдут навстречу, и все будет организовано на высшем уровне. Ребят, под видео я оставляю ссылки на свои контакты. Если у вас есть желание отохотиться, вы можете обратиться ко мне, либо организую охоту вам сам, либо свяжу непосредственно с охотхозяйством. Что ж, вам, как всегда, спасибо за внимание. До новых встреч!